топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе. Суббота и воскресенье всегда были для московских автовладельцев и автоледи. Выходные в том числе и от запрета ездить по выделенных полосам. Но начиная с 7 ноября простые водители лишатся и этой привилегии. С этого числа даже в выходные дни на выделенке будет разрешено выезжать только общественному транспорту, такси и спецтехнике, машинам экстренных служб и велосипедистам. Штраф за выезд на выделенные полосы составит 3000 рублей. Так что будьте осторожны и внимательны. Теперь никаких выходных и праздничных дней. Топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе.